Ребята, привет, с вами Игнат. Вы, наверное, сейчас смотрите, что где это ты, какую дуры у тебя опять занесло. Вы уже по названию догадались, что я в старинном городе Вязьма. Это не дыра. Вчера вечером поздно мы сюда приехали. Ну, не поздно, 8, ну, пока заселились, и уже ничего я не снимал. Снимал чуть-чуть с квадрокоптера красивую церковь в центре, но я ее вам позже покажу и вставлю те кадры со спарка. И все, полетал чуть-чуть, и мы поехали, заселились и легли спать. На сегодня, вот видите, утро, еще даже туман стоит. Поехали мы смотреть. Вязьма – это город церквей, старый город. Какого года? В общем, ребят, первое упоминание о Вязьме было аж в 1239 году. И Вязьма входит, оказывается, Вязьма, как оказалось, входит в Золотое кольцо России. Представляете? Мы, когда вчера начали смотреть и изучать Вязьму, в общем, даже без Википедии мы увидели, что тут очень много церквей. Едешь, вот в Туле я вам показывал много церквей, потом в Калуге много церквей, но там города большие, а тут маленький городок, а церковь на церкви, церковь на церкви. И еще в 1800 каком-то году много-много чего пострадало от той войны, 1812 года, по-моему. Вот. И мы нашли церкви, соборы, к которым мы сейчас едем. И вот по дороге вчера еще я увидел тоже, видите, вот такая церковь. О ней, правда, даже нигде не упоминается. Но я решил, что ее тоже надо снять. Там территория открыта. Сейчас пойдем посмотрим ее с той стороны. Вот на 1762 год, видите, из кирпича выложена. А на здании церкви 1862. 100 лет вот это достраивалось, что ли. Вот это я из-за этого захотел это снять. Потому что очень интересно, видите, эта колокольня прям старая-старая видно. А вот это как будто на 100 лет поновее. Офигенная. 1762 год, вы представляете это? Она уже была, а Питер еще только строился. Ну, первое упоминание в 1200-х годах. Смотрите, как тут мило. Такая территория большая у церкви. Горки детям, качельки. А тут вон, как видите, вход в колокольню, как раньше палаты были. Может, это и вход в церковь, и в колокольню. Ой, я не могу, так хочется вот туда вовнутрь, но... Мы опять поехали рано, все снимать, чтобы без народа, без толп народа, чтобы... И чтобы нормально с парка позапускать, чтобы никто не докапывался из-за него. Ну, к истории надо прикоснуться, как всегда. 1762 год. Все, прикоснулся. Показал вам, сам посмотрел. Едем дальше. Ребят, мы поднимаемся к Аркадьевскому монастырю и к часовне Аркадьевского монастыря. Часовню вот мы видим. Летом 2009 года отмечался 770-й юбилей города. В честь его открыли часовню. Она посвящена преподобному Аркадию Чудотворцу, жившим в этих местах до официальной даты основания Вязьмы. В 2009 году эту часовню открыли. Ой, а от часовни мы и поднимемся. Видишь, прям лестница идет. Это мы удачно сюда пришли. Вот, ребята, какая, видите, тут еще, чтобы комплекс был, ворота такие даже есть. О, да, это целый ансамбль получился. Ребят, ну вот он, этот собор, Троица Живоначальная. Собор построен в 1674 по 1676 годах на месте старого деревянного, где когда-то давно располагалось городище. Это самый высокий холм города, входивший в систему городских укреплений. Храм имеет подражание архитектуры времен Бориса Годунова. Сильно пострадал во время войны 1812 года, а также в период советской власти. Сейчас восстановлен
красоту вам эту. Вот такие, ребята, виды сверху. Пишите в комментариях, как вам красивая Вязьминская церковь. Бабушка сидит. Я когда запустил с парка, у меня такое ощущение, что Серега говорит, посыпались проклятия. Она что-то стала наговаривать. Все, вот, в общем, мы уже... Вот она часовня. Мы на уровне купола часовни. Тут вам красивые клумбы. Вот он, храм. Вы видели, да, какие там сверху ажурные? Ажурные какие. Такие, как шук-шук-шук. Крыша такая, как панцирем сделана. Вот тут цветочки тоже. В историческом центре города Вязьма, Смоленской области, на левом берегу одноименной реки Вязьма, наверное, река называется. На территории Вязьминской крепости на Соборном холме. Видите, как это все? О-о-о-о, вон она какая, Свято-Троицкий кафедральный собор. Да, с этой стороны бы тоже, конечно, полетать, но ладно. Перспективу увидели. И это хорошо, смотрите, какая. Там, наверное, кельи какие-то, что ли. Прям так, видите, все бесформенно. Времена Годунова. Вот видно город отсюда. Вот такой красивый храм. Небо сегодня голубое. Ну все, ребята. Второй храм. Посмотрели. Сейчас, ребята, мы идем туда вниз. Внизу там центр города. Там будет у нас тоже красивая церковь. И там площадь, ну, центральная площадь, Советская она сейчас называется, а раньше называлась Торговая. Вот, ребята, центр города. Вот она, эта площадь. Сейчас перейдем на ту сторону. Смотрите, а вон, наверное, река вон там. Мы читали сейчас на табличке, что одноименная река Вязьма. Наверное, там река протекает. Вот это красивое здание старое. Вы его тоже увидите сверху. Я его тоже снимал вечером вчера. У них тут тоже такой, такая колонна стоит, типа Александровской колонны. Ну, типа, конечно. Ну, тоже вон какая, видите, с гербом. С этим, с орлом российским. И вот она, эта церковь. А у церкви, видите, немножко покосившийся крест. И, в общем-то, я вам сейчас покажу, как это место выглядит на закате. Будет эта церковь, будет эта площадь, будет это здание. Там еще горсовет, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну-ка, сейчас я вам покажу, отсюда поднимусь. Там, вон, видите, тоже колонна с этим... с орлами. И вот мы даже, видите, вот церковь, и вон еще я вижу церковь. И, блин, это правда город церквей. Так, вон там это здание советское, а тут вон что, какие эти.
Вот они, бояре, видите? Добрые молодцы, гусары. Ну, надо же. Ну, в принципе, вот и смотрите. Вид на это сверху. Я сейчас отойду туда, и потом вам это здание снизу тоже покажу. Все, смотрите, вид с квадрокоптеров. А, ну-ка, вот, что еще? А это в 2009 году поставили. 27 апреля 2009 года. В общем, ладно, все, смотрите те кадры. Я пошел пока к той церкви. Как, ребят, вам вид вечерней Вязьмы? Скажите, круто. Вот, я подошел к этой церкви. В общем, это церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Построена она в 1727-28 году. О, за год, что ли? На месте более древнего деревянного храма. Сильно пострадала в 1812 году и долго перестраивалась. Храм был поврежден и в Великую Отечественную войну, а с 1970 года здесь открыт краеведческий музей. Сейчас там произведена реставрация. Вон какая она старая, тоже красивая. Мы сегодня с Серегой утром проснулись, и я говорю, я даже не знал, что в России. Ну вот мы едем, Тула, старый город. Потом Калуга, Вязьму приехали. Я говорю, я думал там, ну, Питер, понятно, что он относительно новый. Ну, я думал, что все древности, ну, все интересное в Питере. А оказалось, показалось, вон, что, еще старше Питера почти на 1000 лет города. И вон сколько в них интересностей. И самое главное, что... Оно все живое, оно все достояло. Ходи, любуйся. А Серега еще говорит, это мы только 3-4 города проехала. А я, говорит, вообще куча по России с таким старым. Вот Вязьма, я, честно говоря, к своему стыду, я вообще первый раз даже услышал это название. Вятка, я знаю город. Вязьму я, может быть, и слышал. Ну, наверное, скорее всего, слышал. Ну, ни о чем мне это не говорило. Серега, смотри туда вперед. Еще один храм. Ни о чем мне это не говорило, в общем. Оказывается, видите, история, прям история. Вот он, этот храм отсюда. И смотрите, я вам там показал, что храм есть, а вон еще какой-то храм спереди. Один, то, что мы видим здесь. Один, два, три, четыре, только здесь. А еще говорят... В 1812 году при войне, по-моему, 1812 года война была, много храмов пострадало при войне. Представляете, тут вообще, это был, наверное, какой-то, блин, ну это был, Вязьма, это, наверное, Липецкая область, может, это был главный город Липецкой губернии какой-нибудь. Столько церквей. Посмотрите, как здесь красиво. Здесь прудик или что это такое?
Даже кувшинки типа лилии. И вот эти кругленькие деревья мне очень нравятся. У нас в Ленобласти тоже такие растут. Что же тут с крестом произошло? Почему он так накренился? И вот видите, что-то цветет, обвивает прям деревья. Красота. Вот те и Россия, матушка. А тут прям аллейка такая красивая получается. Как здорово. Какие-то твари он корябает на церкви. Хотел сказать, чтоб подсыхали, ну ладно. Пускай ходят с руками. Это что же старое здание? Это старое здание. Вот виднеется. Представляете, какая композиция? Вот, вот. Ну, теперь этот скрылся и этот скрылся. Ну, надо же. Вот тебе Вязьма так Вязьма. Я говорю, я даже и знать не знал о таком городе. Сейчас вам еще покажу это здание администрации центральное. И поедем смотреть дальше. Старый город Вязьма и его старые церкви и дома. Красота. Глаз не оторвать. Все в Питер, в Москву наедут на эти, на старину посмотреть. А тут вот в Липецкой области тоже хоп, и все старина. Ну и вот оно, ребята, здание администрации, я так полагаю, или ДК. Это ДК, может быть, похоже на ДК. Все, в общем, центр мы, Вязьмы посмотрели. А еще, ребята, тут есть памятник русскому лавцу, смотрите. Вот он, и он, по-моему, из гранита в 2012 году установлен. Сдалека смотрится, как пластиковый, а он, оказывается, из гранита. А там, а то, где мы сейчас гуляли, это была аллея памяти. Серега, мне кажется, это ДК. А не администрация, да? На ДК больше похоже. Ребят, кто знает, пишите в комментариях, ДК это или администрация. Ребят, все. Я на этом сегодня закругляюсь, потому что я посмотрел, ролик уже длинный. А нам еще смотреть Вязьмы много. Будет продолжение. Ребят, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Так, пропустит у нас... Ну и, ребят, будет второй ролик о Вязьме, продолжение. Будем смотреть дальше эту красоту. Все, я с вами на этом сегодня прощаюсь. С вами был Игнат, со мной Сергей. Пока-пока!